ваше настроение? Отлично! Ну тогда давайте знакомиться. Это Андрей, это Илья, меня зовут Сергей. Вместе мы иллюзионисты, братья Сафроновы. Здравствуйте всем! Сегодня специально для вас мы кое-что приготовили. Как всегда, это интересно, весело и даже опасно. В общем, если вы готовы удивляться, тогда мы начинаем! Погнали! Друзья, сейчас мы покажем вам совсем не фокус, а реально опасный трюк, который мы не советуем повторять вам дома. Лезвие. Все внимание на сцену. Погнали! На сцене появилась сигарета, в зале есть дети. Поэтому Минздрав и братья Сафроновы предупреждают: курение вредит вашему здоровью, а то, что вы увидите сейчас, еще вреднее и опаснее. Обратите внимание, в руках Ульи самое обыкновенное лезвие. Оно острое, оно настоящее.
оно опасное. И это самое лезвие Илья отправляет себе прямо в рот. Вот не случайно я в самом начале сказал, что второе название этого трюка — приятного вам аппетита. Смотрим дальше. Илья берет второе лезвие, второй лист бумаги. И вы также можете убедиться, что и оно, второе лезвие, такое же острое, настоящее, опасное. Илью это снова не останавливает. Второе лезвие он также отправляет себе в рот. Вот здесь, друзья, еще раз напомню, что то, что сейчас наблюдаете, это не фокус, а реально опасный трюк, который мы не советуем повторять вам дома. Какой кошмар, вот так можно остаться без языка. Вижу шокированные лица дамы, но даму не пугайтесь, все нормально. Илья гонорар уже получил, поэтому если с ним что-то случится, на нас даже никак не отразится. Вот так и хочется сказать, Илья, кушайте, кушайте, приятного вам аппетиту. Какой кошмар, 4 лезвия во рту у Ильи. Держите себя в руках. Итак, для тех, кто только что настроил свои радиоприемники, а именно в таком формате выходит наше шоу, напомню, во рту у Ильи находятся 4 лезвия. И за год, как всему этому безобразию, в рот Илья отправил самую обыкновенную ниточку. И вот сейчас мы с вами узнаем, зачем он все это сделал. В руках у Ильи ничего нет, бокал пуст. Все вышеперечисленное по-прежнему находится, я сам в шоке. Я как первый раз вижу этот трюк. Невероятно! Что же произойдет? Мама, зачем он это сделал? И сейчас, друзья, мы узнаем вот зачем. Смотрите внимательно, оператор, крупно снимите. Это лезвие! Лезвие, продетое на нитку. Два лезвия! Какой кошмар! Три лезвия! И вот здесь, друзья, со мной никто не поспорит, если я скажу, что у моего брата действительно ловкий язычок. Да, новый вкус. Ну и, наконец, четвертое лезвие! Он делает это и по-настоящему заслуживает ваши аплодисменты! Я смотрю, в зале появились несколько взволнованные лица. Да показалось. Да был вот здесь вот. Вон там я тоже видел. Вот тут чуть-чуть, да. Здесь тоже. Вот там поменьше, потому что там видно похоже. Поэтому предлагаем немножко расслабиться и окунуться в настоящий мир магии. И сейчас... Спасибо. Не торопите события. И сейчас, друзья, мы покажем вам нашу маленькую волшебную коробочку. Можно?